Сегодня ночью в Бийске произошла авария на теплотрассе. Без воды и тепла остались жители 19 многоквартирных домов, школа, детский сад и административные здания в микрорайоне «Зеленый клин». Жители Бийска в соцсетях даже начали предлагать семьям из «Зеленого клина» погреться в своих квартирах. Ремонтная бригада обещала устранить порыв к утру, но сделать это не удалось из-за того, что рабочие меняли большой участок теплотрассы, чтобы не допустить еще один порыв при подаче тепла. К обеду аварию устранили.